Всем привет, дорогие друзья, с вами Костыли, добро пожаловать на новенький видос. Собственно, новая рубрика на моем канале, именно проверка лайфхаков из ТикТока. Не знаю, ли это видео залетит, как бы, возможно, залетит, возможно, нет, как бы, хотя бы минимум 500 просмотров было бы уже хорошо. Короче, записывал это видео сначала со звуком, да, но оно, блин, у меня не записалось, как бы, я вот сейчас, как бы, все переозвучиваю. Так что, друзья, полетели к первому лайфхаку. На этом видео нам показывается, что если мы переплавим голову дракона, то мы получим этот блок, друзья. Ну, это, друзья, сразу же уже, я говорю, нерабочее. Нерабочий лайфхак, поскольку как бы это было бы реально имба. Потом слажем этот блок вот так вот, потом сюда панцирь этого чувака. Да, зачем я это говорю? И, короче, у нас получается элитры. Блин, это, друзья, жестко. Поехали проверять. Ну и что ж, вот, соответственно, взял я все вещи, которые нужны. Соответственно, печка, уголь для переплавки и, соответственно, голова дракона. Мне кажется, ой, что я взял. Ладно, мне кажется, что голова дракона вообще не плавится, то есть это вообще, то есть рофл дикий, то есть вот. Хотя, вот, друзья, нет, реально, ничего не работает, как бы, но, как бы, вот, как бы, как я и подозревал. Ну, друзья, для чистого эксперимента я взял те же самые вещи, которые нужны были, соответственно, для этого всего крафта. Соответственно, давайте это все сложим. Соответственно, спаунер этот ставим сюда. Подожди, как его разделить? Вот так вот, да, все правильно. Соответственно, ставим спаунер вот так вот и вот так вот. Потом ставим, соответственно, этот панцирь шалкера и туда гнилую картошку. Друзья, и ничего не работает. Это, друзья, собственно, я ставлю, так сказать, дизлайк этому, соответственно, лайфхаку. И, соответственно, полетели к следующему лайфхаку, да. На этом видео нам показывают, если зажать Shift и кликнуть два раза по тому блоку, которому он нужен, он, соответственно, переместится весь в инвентарь. Довольно-таки удобный способ, друзья, погнали проверять. Ну и что ж, друзья, момент истины, берем блок, нажимаем Shift, два раза кликаем и ничего не происходит. Вот, то есть просто берется одна вещь, ну, друзья, реально ничего не работает. Блин, печально, возможно, друзья, на Java версии работает, но на Bedrock нет. Блин, реально печально вообще, то есть максимально, ну, да ладно, в принципе, так что, друзья, дизлайк этому лайфхаку. Самые полезные лайфхаки для вашего выживания. Ставим раздатчик и рядом наблюдатель. Вот сюда ставим один блок и подсоединяем раздатчик с наблюдателем. Теперь наполняем раздатчик костной мукой и сажаем сюда светящиеся ягоды. И мы получаем вот такую компактную ферму светящихся ягод. Ну и что ж, друзья, я уже все взял, все подготовил, соответственно, давайте все это проверять, соответственно, давайте сначала покушаем ягоду, как бы, да, это очень полезно, кстати, я ее даже никогда в жизни не ел, подождите, когда эта ягода вообще в Майнкрафт пришла, в какой версии, интересно, так, ладно, ставим, соответственно, раздатчик, потом наблюдатель, или же, подождите, как его ставить? Вроде как-то вот так вот, да? Да, вот так вот. Соответственно, дальше, соответственно, здесь рассыпаем пыль, так сказать. Потом. Надо еще блок. Я забыл что-то про блок. Ладно, возьмем булыжник, друзья. Булыжник как бы нужен. Дальше, соответственно, ставим булыжник, как показано на видео. Вот так вот. И теперь, соответственно, заправляем раздатчик, соответственно, костной мукой. Отлично. Дальше. О, у меня уже был булыжник, имба, пацаны. А теперь нам нужно, подожди, как поставить? А как поставить ягоды? Я не понимаю. Блин, я их никогда в жизни даже не трогал вообще, то есть. Нет, подождите, а как? Типа, может быть, на блок нужно ставить, типа, наверх? Да, пацаны, надо наверх ставить, офигеть. Не знал. И смотрите, что-то даже, да, и работает, и... друзья, это не работает. Или я что-то не то нажал? Подождите. А если нажать эту кнопочку, то ягоды забираются и... Друзья, что-то не работает, походу. Не знаю, я сделал все, как показано на видео. Не знаю, ну типа механизм работает, но... Фиг знает, пацаны, что-то не особо работает. Вот только две. Чего? Ладно, друзья, дизлайк этому лайфхаку. Возможно, на Java это работает, как бы на Bedrock это тоже не работает. Печально, конечно. Сегодня я вам покажу несколько крутых лайфхаков. Лайфхак первый. Золотой мажор. Если просто добывать золото в аду, то можно выпасть рандомное количество золотых самородков. А если сломать его киркой на шелковое касание, поместить в печку и переплавить, то получится золотой слиток. Ну что, друзья, я в Майнкрафте, я уже все подготовил. Соответственно, обычная кирка и кирка на золотое касание. Ой, золотое, шелковое. Соответственно, да, у нас получается, соответственно, с обычной кирки золотой самородок. И теперь добываем это. И у нас... Что это было? Что это было? Подождите, ну-ка, давайте заново. Соответственно, добываем это, и у нас получается, ну, вот эта вот золотая руда Нижнего мира. Теперь мы, соответственно, вложим ее сюда, и реально, друзья, она в печке переплавляется. Офигеть, друзья, я не знал, друзья, подождем немного. И серьезно, это реально работает, друзья, я не знал.
Честно говоря, я реально не знал, друзья. Это же выгодно, капец. Да, друзья, это долго, конечно, но выгодно. Это же просто жестко, пацаны. Офигеть, пользуйтесь. Ставлю этому лайфхаку лайк. В Майнкрафте можно красить кожаную броню. Ну, это мы все знаем. Но мало кто знает, что в Майнкрафте можно красить и кожаную конскую броню. Для этого нужно взять саму броню и какой-нибудь краситель. Ну что ж, друзья, мне кажется, что это, конечно, не особо работает на Bedrock версии, а мне кажется, что оно вообще не работает. Конечно же, на Bedrock версии можно крафтить, соответственно, ну точнее красить, соответственно, обычную кожаную броню, но я даже, друзья, не знал, что можно красить просто конскую кожаную броню. Я об этом, друзья, реально не знал. И если это будет работать на Bedrock издании, я буду просто орать, друзья. Так, друзья, соответственно, берем котел и берем на всякий случай верстак, поскольку как бы, да, на всякий случай, соответственно, берем верстак, ставим и сюда кожаную броню, вот так вот, и, соответственно, краситель, друзья, ничего не работает, отлично, как я и подозревал. Так, давайте теперь попробуем через котел, опа, соответственно, набираем воды, так, еще рано, так, соответственно, оранжевый краситель и... Что? Это реально работает, что? Это закон вообще? Подождите-ка. Давайте, друзья, сейчас испытаем. Я не думал, что это работает на Bedrock издании. Обалдеть. Это же открытие, боже. Я не знал, реально, друзья, я не знал. Я никогда не пользуюсь как бы лошадями, да, я их не юзаю никогда. И смотрите. Так, а ну-ка, лошадка, давай, полюби меня. Так это же гениально, пацаны. И реально, смотрите. Что? Пацаны, все. Это как бы капец. Это Габелла, это как вообще? Друзья, определенно лайк этому лайфхаку. Ну и что ж, друзья, вот такой был видос. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если вам понравился. Да, не особо как бы длинный видос, но зачем его как-то, так сказать, растягивать, да? Как бы несколько лайфхаков проверил, некоторые работают, некоторые нет. Если вам понравилось, соответственно, ну, напоминаю, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. Ну и как бы что, с вами был Костыль, с вами прощаюсь, и как бы всем пока, ну, как бы всем пока, да, я всегда прощаюсь, кстати, два раза. Ну вот, три, кстати, всем пока, друзья. Карты не вливай, но если люди по-любому когда не вливают, улети на малую руку лицо.